Родина. Флагман процев Эган 3 Тор. Орбита Аюра. Приветствую, вершитель. Здравствуй ты, Тассадар. Отрадно видеть, что вы вернулись домой в этот темный час. Натиск зергов продолжает усиливаться. Феникс. Но мне сказали, что ты пал в бою с зергами. Неужели тебе удалось выжить? Увы, меня сразили в той битве. Но братья нашли мое изувеченное тело и поместили его в корпус драгуна. Друг мой, мне так жаль, что это случилось. Вздор! В поражении нет позора, если дух остается непобежденным. И потом, я все еще могу послужить Айюру. Но довольно об этом. Знаете же, что Алдарис и Конклав объявили вас предателями. Они собираются арестовать вас, а Зератула Темного Тамплиера предать казни. Я и представить не мог, что они зайдут так далеко. Нашему народу грозит полное истребление, а они продолжают цепляться за бесполезные традиции. Да, и это делает их еще опаснее. Но я останусь с тобой до самого конца, даже если это грозит мне вечным проклятием. Энтара Адун, благородный Феникс. Вершитель, у нас нет выбора. Если мы хотим спасти родной мир, придется защищать темных тамплиеров от наших же братьев. Как это ни печально, даже Конклав не должен помешать нам. Да-да. Приветствуем, кто с нами. Вершитель, приказываю тебе и отступнику Тассадару прекратить сопротивление и сдаться на суд Конклава. Изгоя Зератула мы заключим под стражу и поступим с ним, как того требует закон Кхалы. Возвращайся к своим владыкам, Алдарис, и продолжай блуждать вместе с ними во тьме. Своими действиями вы обрекаете всех нас на гибель. Ой-ой-ой, уходим. А, ну конечно. Переключись, раскладку проверить, не забудь. Ну да, разведчик. Чтоб нам да позволили какое-то преимущество получить. Да разработчики раньше удавились бы. То есть вот, серьезно, не понимаю, нам только дают юниты особенные. И вместо того, чтобы показать их силу, нам показывают, что они бесполезны, потому что враг их все равно всегда видит. Да будет так. Я не знаю, может, в дополнении там потом поменяется логика тех, кто делает миссии, но пока что смотрится весьма глупо. Так. Не уверен, что это вообще проканает. И даже если проканает, нам все равно придется потом долго отстраиваться. Потому что другого способа, кроме как просто тупо наломиться, я не вижу. Угу. А, враг тоже идет в наступление, но что поделать? Так, назад. Хорошо. И да, если что, атак не было, я здесь расположился просто по той простой причине, что здесь удобнее перехватывать врага, чем пытаться вот здесь вот отбивать уже. Хотя они опять все равно накопились. Будем надеяться, что вот это вот как-то затащит. Блин, я про этих ребят забыл. Ну ладно, это моя проблема. Я жажду битвы. Налом. Ну, как обычно, все мы растянулись. Это не силы бота.
кадры концентрируются. Так. Координаты получены. Так, назад. Я следую зову чести. Так, уничтожить вот это. И сюда. Да, мы заметили. Так, хорошо. Воу, воу, воу. Ты что подставился? Назад. Блин. Почему у меня здесь стоит пилон, я бы вспомнить хотел. Ну, наверное, это был хитрый план. Твои войска вступили в бой. Быть может, он даже увенчался успехом. Я жажду битвы. Отойди. Выступаю. Я жажду битвы. Так, еще раз сюда, сюда, сюда. Потом как? Ой-ой, отходите. Твои войска вступили в бой. Блин, пипец много всяких гадов тут. Возвращаемся. Уничтожить. На самом деле, вот что раздается, это тут ботовское дотекание. И мы-то как нифиг делать, вот эти вот единички доводить. А нам на них отвлекаться, это та еще галиматья. Ребят, я же вас просил куда долететь. Ну ладно, добивайте вот эту фигню. Отойти. Опять 25 назад, назад, назад. Ребята, сюда. Вы тоже сюда. На самом деле, наверное, надо было вот это вот снести предварительно. О, нам сломали одного этого. Ну ничего страшного. Блин, сколько у них тут ресурсов, что они за, я не знаю, я часа два, наверное, тут вожусь, они до сих пор их не выкачали. Ну нормально, одеваемся. Это тоже нормально. Что с тобой не так? Вот, прямая видимость. Так, азилов практически ничего не осталось. Пусть идут сюда куда-нибудь. Эти ребята сильно пострадали, но тут у нас есть где-то вот эти вот перезарядки. Эти ребята лучше пусть вообще вот сюда отвернуться. Аннигиляция. Твои войска вступили в бой.
Ладно. Битва за будет исполнена. Так. Ну, тут битый был. Я его думал не трогать, но, видимо, придется прихватить. Хаос. По итогу. Битва зовет меня. Очень надеюсь, что они не отстроятся здесь. Кстати, где у нас самый битый Зелос? Так, убрать. Я жажду битвы. Просто чтобы убедиться, что там ничего нету. Не знаю, есть ли здесь что-то. В принципе, наверное, можно было использовать разведчика. Ага, уже отстроились, кстати, здесь. Хотя, может, здесь двусторонняя была система. Ага, авиацию клепает. Да, у него еще здесь есть база. Хорошо. Ну, в смысле, плохо, отвратительно и ужасно. Но что поделать? Так, вы двое загружайтесь. И вот сюда. Будем пытаться здесь потихонечку прогрызться. Битва зовет меня. Я служу. Ну и хорошо, мы, наверное, интенсивность врагов сейчас подрезали. Будет исполнено. Координаты получены. А, вот это вот может уже здесь не висеть. Пусть покажет, что здесь такое. Так, стоп, назад. Я разведчик посел, что ли? Ну, с меня останется. Реки, реки, реки. Нас переполняет мощь. Это хорошо, что переполняет. Вот сюда. Вот этого. Опять непонятно что. Но это не пытаться атаковать. Насколько помню, гусеница, ну, как раз таки красный гоняет, поэтому то, что они тут будут наламываться, это не страшно. Ну, предположительно. Назад. Твои войска вступили в бой. Блин, это не то, что я хотел. На, хотели сразу. Ну, в принципе, я должен был догадаться, они шли тут буквально мимо нас. А если их оставил все. Ну, это мой просчет. Тут уж ничего не поделаешь. Ну, можно было не просчитываться, но... Так, назад. Ожидаю. Потому что у меня тут это... Просадка к рабочим. Координаты получены.
Ничего хорошего, да? Нам бы вот эту штуку уничтожить на самом деле. Координаты получены. Так, назад. Ожидаю. Координаты получены. Хаос. Будет исполнено. Хаос. Так, рабочий. Жду приказа. Будет исполнено. Так, перезарядиться. Здесь, кстати, будет турели, ну, в смысле, фотонки, я их тоже уничтожил. Но, блин. Не понимаю, откуда он еще их спамит? Здесь, может, еще врата? Мы там выгрузились? Выгрузились. Давайте работать. Не понимаю, ворот нет. Откуда эти драгуны приперлись? Гейзер истощен, хорошо. Думаю, не критично уже. О, у меня, оказывается, простаивает толпа. Отойди в сторонку. Давай, давайте. Так, где челноки все? Отходим. Вот честно, я не знаю, кроме как на ловами с этим бороться. То есть пытаешься аккуратно, ну так бот будет аккуратнее контролировать каждый юнит отдельный. А на ломать надо долго. Копить ресурсы. Можно, конечно, пытаться построить фигню и ломиться архонтами. Не, а чё бы нет. Ну это, конечно, такое себе. А пока что будем развлекать противника. Да блин, такое ощущение, что... Да, команда никак не срабатывает. Не прокатило. Хасар де Темплари. Ладно, забейте. Вы просто идите на пролом. И остальных не проконтролируем. Нас переполняет. Твои войска вступили в бой. А, это, блин. Мои прошлые рукопашники. Блин, отходим. Я служу Хасу. Какова твоя воля? Чего они стоят? Я же приказал атаковать. И опять зависли. У них есть боезапас. Что не так? Ну да, не без этого. Давай вперед.
Какова твоя воля? Твои войска вступили в бой. Кое-как. Так, я отвлекся. Вы там это еще производите? Производите. Продолжаем. Пламя. Разрушение. Так, ну здесь да. Как обычно отвлекался, но я, в принципе, уже и не рассчитывал, что не уцелею. И да, это не то, что они такие вот все беззащитные, это просто у них банальные ресурсы уже кончились. На самом деле, если бы просто разработчики убрали хотя бы гусеницу противника, было бы уже попроще и удобнее. Нас переполняет мощь. Ну, конечно, он успел пальнуть перед этим. Разрушение. Так, отойдите, пожалуйста. Я очень надеюсь, что они все-таки уцелеют. А, тут гусеница, блин, у нас, кажется, сидела. Я, видимо, случайно прокликнул и погрузил ее. Так, нам надо снести эту фигню, иначе задолбают опять этими гусеницами. Задолбает. Уже идет. Что он строит там? Наверное, пилон. Давайте, переполняйте. Войска вступили в бой. Пламя. Аннигиляция. Я просто уже кто-нибудь замаялся этими миссиями. А, врата целые ставят, ничего себе. Так, давайте-ка вот сюда вот. И позабудь об этих ребятах. Там эти готовы. Так, мужик, отойди, а то еще грохну случайно. Будет вообще обидно. Ой, ошибочка. Не-не-не, вы сюда. У вас все как обычно. А вы сюда. Пусть уже за ними слетают наши челноки, они ускоренные. В теории это будет быстрее. Мы пламя. Вершитель! Алдарис! Остановите это безумие! Я не могу больше видеть, как мои сородичи убивают друг друга. И пусть я боюсь, что судьи приведут нас всех к погибели,
Я сдаюсь на милость Конклава. Энтаро Адун, вершитель, не опускай руки. Тассадар из касты тамплиеров. Своими поступками ты лишил себя надежды на милость собратьев. Ты ослушался приказа и не уничтожил миры тиранов. Не раз и не два ты противился священной воле Конклава. В самый трудный час ты оставил свою родину. Но ужаснее всего то, что ты обратился к еретикам и стал использовать их нечестивую силу наравне со своей. Что скажешь в свое оправдание, падший тамплиер? Алдарис, я готов предстать перед судом Конклава, но знай, что если бы передо мной снова встал тот же выбор, я поступил бы так же. Я пожертвовал всем, чтобы спасти нашу родину. Я запятнал свою честь, отказался от звания, даже отринул наши древнейшие традиции. Но не думай, что я хоть на секунду пожалел о том, что сделал. Ибо я был и остаюсь тамплиером, и я верен своей клятве защищать Айур до самого конца. Кусок идиота. Ну и так, слово. То есть это просто, ну, заманался. Он мог сдаться там, я не знаю, в самом начале. Может, ну серьезно, это настолько вот раздражающая миссия для меня. По итогу оказалось. Ладно. В любом случае, пока что меня хватит.